продаже появился всем хорошо знакомый, проверенный временем полноприводный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, получивший от владельца множество доработок. Изначально автомобиль без пробега был куплен с хранения. ЗИЛ был разобран до винтика. Все навесные агрегаты были сняты до рамы и покрашены. Кабина преобразилась в лучшую сторону. Владелец переделал ее до неузнаваемости. Был проведен большой спектр работ. Кабину разбирали, пескоструили и покрасили. Сделана шумо-виброизоляция внутри. Заменены сиденья. Сделана хорошая акустическая система. Кабина полностью перешита в кожу. Установлены электростеклоподъемники, сигнализация с центральным замком. Автономка сухой фен, 8 кВт и мокрый, на 15. Кунг рассчитан на пребывание небольшой компании. В Кунге установлена солнечная панель на 1 кВт. Внутри установлена душевая кабина, кухня на газу, бак для чистой воды 262 литра. Компрессорный холодильник, аккумуляторы на 1 кВт, сухой фен, печь на твердом топливе, сушильный шкаф для одежды, телевизор с DVD, спутниковое телевидение и хорошая акустическая система. Стоимость автодома ровно 5 миллионов рублей. К настоящему времени это один из самых дорогостоящих автомобилей ЗИЛ-131 в России. А как вам такой автодом? Не забывайте писать свое мнение в комментариях. На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!